Привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Девочки, у нас на дворе весна, в самом разгаре. У нас в Екатеринбурге безумно крутая погода, солнце светит каждый день. Нет ни облачка, ничего. Это безумно вдохновляет, и я решила записать для вас весенний такой обучающий макияж, как сделать его легким, освежающим, романтичным, как привнести в свою жизнь немного легкости с помощью макияжа. Мне кажется, макияж безумно поднимает настроение, особенно весной, потому что это невероятное время года. Поэтому, девочки, предлагаю вам нести немного красок в свой макияж. Если вам интересно, как сделать его таким, обязательно оставайтесь и продолжайте смотреть. Первый этап, как обычно, у нас тональный крем. Я уже нанесла сегодня немного увлажняющего крема, поэтому базы сегодня вам никакой не покажу. И приступаем. У нас будет вот такой вот тональный крем от Lancôme. Он с плотной покрывающей способностью. Мне он очень нравится. Но это такой более плотный тон. Я его не использую на каждый день. Но сегодня решила вас с ним познакомить, потому что я достаточно часто использую в видео очень легкие тональные основы. Сегодня решила показать вам более плотные. Lancôme как раз-таки является одним из моих любимчиков. Обделила его немножко вниманием, поэтому показываю вам его. Тем более мне сейчас есть что скрывать, какие-то пятнышки появились. Он имеет матовый финиш, такой достаточно плотный, но матовый и не в плохом смысле этого слова, когда уставшая фарфоровая кукла получается, а такое, просто ровное тон лица. Вот так вот он выровнял, действительно он такой очень плотный, но очень круто перекрывает все, так что если вам нужен плотный тональный крем, когда вы любите идеально ровный тон лица, тут как раз таки Lancôme, это вот один из тех любимчиков. По-моему, у них сейчас вышла обновленная версия. Честно сказать, я еще не пробовала, но очень хочу протестировать, поэтому сразу же увидите обзор на моем канале. Далее будем использовать консилер под глазки. У меня вот такой вот сегодня от Estée Lauder. Он достаточно также плотный, но синячки, к сожалению, есть, поэтому куда деваться, прибегаем к более плотным текстурам. Ну все, ровный тон лица готов. Теперь немножко добавим скул, контура, бронзера. В общем, займемся контурированием лица. Это вообще моя любимая тема. Итак, возьму мою любимую палетку Makeup Forever. Я теперь ее постоянно использую. Учу своих девочек, кто у меня учится на ней работать. На курсы для себя макияж тоже девочки ее полюбили. Это вообще очень универсальная штука, в которой собраны гениальные продукты, которые действительно очень просты в использовании. Даже новичок, который до этого никогда не делал себе скулы, хайлайтер, либо кремовые румяна, попробуя эту палетку, не останется вообще никаких вопросов, как им пользоваться. Это правда гениальная вещь, Makeup Forever в оттенке 20. Скулы я сделаю, но совсем слегка, просто лайт-версию, для того, чтобы просто их подчеркнуть очень аккуратно и практически незаметно. Немножко по линии волос пройдусь. И по линии подбородка. Далее я покажу, как пользоваться вот этими штуками. Здесь есть очень хороший кремовый высветлитель и хайлайтер. Хайлайтер, он такой очень неактивный и совсем спокойный. Для тех, кто боится активного шиммера, можете использовать его в качестве хайлайтера. Действительно очень аккуратный, очень деликатный. Я обычно их смешиваю. Наношу на носик. Галочка над губой. Ямочка подбородка. Теперь просто высветляющий продукт добавляю на верхнюю часть скулы и над кончиком бровки. Вот такая полосатая. Теперь давайте все это растушуем. Я беру для этого спонж. Спонж, кстати, как вы видите, у меня сейчас новый. Я использую от H&M. Такой вот пакетик, такой вот спонжик. Стоит 199 рублей. Я его очень сильно полюбила. Он очень мягкий. Действительно хорошая вещь. За эти деньги теперь есть, так сказать, неплохой аналог Beauty Blender. Очень рада, что я его нашла. И поэтому вот советую вам попробовать. Ну что ж, теперь перейдем к бронзеру. Бронзер мой теперь любимчик. Это вот такой вот от Tom Ford в оттенке Terra 02. Очень сильно его люблю. Безумно красивый оттенок. Без шиммера, правильный матовый бронзер, подходящий практически всем. Очень деликатный, не яркий. Подчеркивает красивый цвет лица. Придает хороший загар. Поэтому я, девочки, вам его советую. Кто любит что-то вот такое люксовое, красивое. Безумно красивая упаковка. Вот так посмотрите, белая. Такая прям мими. Очень мне нравится. Следующий продукт у нас будет хайлайтер. Я сейчас покажу вам вот такое Dior. Я вам уже показывала. Но вот на такой весенний освежающий мейкап. Это вот очень красиво и очень мной любимо. Вот такими полирующими движениями нужно его накладывать для того, чтобы появился действительно красивый эффект глянца. Многие наносят его вот так вот, получается просто пыль блестящая. Нужно прям как будто вы его так запечатываете. Получается очень красивый глянец.
Следующий, румяный. Я хочу сегодня использовать что-то освежающее. Освежающий — это обычно какой-то розовый, который будет делать такой эффект бобифейс. Вот такой вот розовый, это H&M. В оттенке Pink Coral я бы хотела сегодня использовать. Надоели мне почему-то персиковые румяна. Сейчас прям активно беру вот эти. Рука сама за ними тянется, я их прям полюбила. Весной возвращаемся к ярким румянам, не боимся, освежаем свое лицо. Вот так вот свежо, красивый цвет лица уже у нас есть. Давайте сделаем быстро брови. Ну все, приступаем к макияжу глаз. Весной мне хочется чего-то такого легкого, нежного, немного сияющего, но не яркого. Поэтому я буду использовать как в качестве подложку основного цвета вот такой вот продукт от NYX в оттенке 02, это тинт. Я вам его уже показывала в своих покупках, по-моему. В общем, классная вещь, очень красивая, освежающая. Тот правильный розовый цвет, который не делает эффект заплаканных глазок, но при этом очень круто освежает. Держится долго, не скатывается, никуда не уползает. В общем, вещь советую приобрести. Обожаю тинты, вообще не знаю, как мы без них раньше с вами жили. И растушевываем. И быстро второй глазик. Нанесли тинт на глазки, теперь давайте пройдемся промежуточным цветом по складке. Я возьму свою любимую палетку матовых оттенков, такой от Tarte, классическая, такая фиолетовая. Здесь собраны практически все матовые холодные цвета, очень крутая подборка, я ее обожаю, она у меня незаменимая. Я возьму вот такой вот холодный розовый цвет, смешаю его с бежевым и добавлю в промежуточный цвет складочку. Проходимся по орбитальной линии. Дальше я добавлю немножко сухих теней поверх этого пигмента. Возьму палетку от Tom Ford. Называется палетка New Deep. Моя любимая. Как видите, я ее очень хорошо использую. И боюсь, что мне придется скоро покупать новую. Потому что я действительно не пользуюсь практически каждый макияж. Добавляю что-то из этой палетки. Это как раз таки та палетка, которую можно нанести влажным способом. Так как тинт у нас с вами еще немного влажный, я наберу вот этот вот красивый розовый оттенок на пальчик и добавлю его на центр века. Просто впечатывающим движением набиваем цвет на центр века и кромку глаза. Вот так вот. Ну и в уголок глаза хочется добавить что-то свежего и светлого. Поэтому возьму также из этой палетки вот такой вот светлый оттенок и добавлю его в уголочек глаза верхнего века и нижнего века. Также хотела бы вас познакомить вот с такой вот однушкой от Urban Decay в оттенке Fireball. Очень красивый оттенок, кажется немножко необычным, но он очень красиво смотрится на глазках. Сейчас его добавлю, вы увидите. Добавляем его также во внутренний уголок. Он такой немножко с персиковым отливом. Сейчас как раз персиковый цвет, это очень актуальный цвет макияжа. Мы им с вами добавляем теплоты, потому что у нас, в принципе, весь макияж, мы помним, немного в таких холодных тонах, а этот цвет очень теплый. На нижнее веко буду добавлять вот в уголок вот такой темный оттенок. И растушевываю вниз немножко этот цвет. Также немножко добавлю этот цвет во внешний угол верхнего века. Ну и остаются губы. Для губ я очень полюбила вот такой продукт от марки Pupa, оттеночек 02, карандаш для губ. Он достаточно мягкий, красивый цвет, нежно-розовый. Я его сейчас использую просто без всего, вместо помады. Он мне очень нравится. Ну вот и все, хочется мне немножко все-таки добавить блеск, поэтому покажу вам вот такую штучку от Urban Decay Heavy Metal. Жидкая подводка, я буду использовать ее в серебристом цвете, немножко добавлю на ресничный контур, совсем слегка. Это добавит глазкам невероятное подсвечивание, глаза станут только ярче. Ее нужно использовать в совсем минимальном количестве. Просто как подводку. Я ее накладываю на внутренний уголочек и свожу к центру. Дальше я ее не увожу. Ну что ж, вот такой легкий романтичный образ у нас получился. Я надеюсь, вам он очень понравился, потому что я безумно люблю весну. Это мое любимое время года. Всегда хочется каких-то перемен во внешности, в макияже. Я начинаю добавлять какие-то легкие романтичные оттенки, чего я вам желаю. Не бойтесь, экспериментируйте. Вот такие сияющие штуки, мне кажется, очень освежают и очень поднимают мне, по крайней мере, настроение.
Несите людям радость, делайте красивый макияж, радуйте себя ими. А мы с вами, девочки, будем наслаждаться весной, поэтому не бойтесь, экспериментируйте, добавляйте что-нибудь новенькое. Ну и если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Также подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там я выкладываю миллион своих работ. Да, если кто не знал, я визажист. Также все новости обо мне в первую очередь я выкладываю туда, поэтому смотрите мои сторис, я показываю свои какие-то покупки. На YouTube все равно выходит видео с небольшим запозданием, поэтому в инстаграме вы будете знать обо мне все самыми первыми. Ну и все, до встречи в следующих видео, мне было очень приятно, что вы посмотрели это видео, спасибо вам огромное, всем пока-пока!